три знака зодиака, которые обожают одиночество. Есть люди, которые более общительны, чем другие, и во многих случаях на это влияют звезды. Астрология давно выделила определенные знаки зодиака, которые с большей вероятностью будут одинокими. Но они не боятся одиночества, а наслаждаются им. Три знака зодиака, которые обожают одиночество. Козерог. Козероги часто бывают одинокими, так как очень переборчивы и придирчивы при выборе пары. Также они немного далеки от сентиментальности и не умеют поддерживать романтику в любовных отношениях. Они устают от присутствия в доме другого человека и нуждаются в личном пространстве, а их трудоголизм – серьезное препятствие на пути к счастью. Скорпион. Скорпионы очень осторожны и подозрительны, когда приближают к себе людей. Из-за их тяжелого характера рядом с ним остаются только самые преданные и любящие люди. Прямота скорпиона очень болезненна, и этим они отпугивают тонких и щепетильных людей. Но скорпион не огорчается, ведь лучшая компания для него – это он сам. Дева. Это может быть и добродетелью, и недостатком одновременно, потому что дева чрезвычайно предана своей работе и своему личному совершенствованию. Люди этого знака зодиака слишком придирчивы и занудны, чтобы привлекать противоположный пол. Как и скорпиону, им очень хорошо в компании самих себя. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Если вы хотите больше узнать о своем знаке зодиака и об интересах, характерах и нравах окружающих вас людей, оставайтесь с нами.